Как выглядит страна, которая целиком сидит на Facebook и в социальных сетях? Демократия быстро рухнула. За полгода после хаоса в Чикаго произошли жестокие столкновения между сторонниками и противниками. Демократии грозит кризис доверия. Мы наблюдаем глобальную атаку на демократию. Большинство мишеней — страны, проводящие демократические выборы. Это происходит масштабно. Государственные органы, люди с миллионами долларов говорят: «Я хочу дестабилизировать Кению, Камерун, Анголу. Это же ничего не стоит». В воскресенье в Бразилии прошли внеочередные выборы. С помощью кампании, проводимой через социальные сети.